Здравствуйте, дорогие друзья! Уже совсем скоро Новый год, а мы продолжаем подготовку к этому чудесному празднику. И сегодня мы примем участие с вами в двух мастер-классах по созданию новогодней композиции для праздничного стола. Итак, приглашаю! Внимание! Самую длинную веточку елочки мы вставляем с самой короткой стороны композиции посередине, с одной и с другой стороны. Самые короткие веточки елочки, которые будут ровно в два раза короче самых длинных, мы вставляем посередине самой длинной стороны композиции в пиафлор. И перед тем, как вставляем елочки, мы их зачищаем ножом, чтобы от иголочек, чтобы легче было вставить.